Доброе утро, 14:48. Что еще делать на карантине? Давайте я поотвечаю на ваши вопросы. Я такой говорю: ребят, вам не кажется, что у меня самый старый пододеяльник в мире? Ну, стопудово. Друзья, последние 200 мест на наш бесплатный мастер-класс с Машей Суадар, который завтра состоится в 18:18, по тому, как зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц на профессии интернет-маркетолог из любой точки планеты, в кризис, вне кризиса, вне зависимости от каких-то обстоятельств. 100 тысяч рублей в месяц – это минимум. Поэтому свайпай, регистрируйся, я жду тебя. Последние 200 мест. И всем, кто прямо сейчас зарегистрируется, будет еще бесплатный подарок – 10 способов заработка онлайн. Давай, я надеюсь, что это тебе поможет, и это точно та инфа, которая может поменять твою жизнь. Свайпай, и я жду тебя завтра. Короче, братва, я переехал. О, ля-ля. Ну, наконец-то. Узнаете? Блин. Это просто кайф. Что, сделать подробную экскурсию по квартирке? Братва, конечно, номер один здесь это вид, но об этом попозже, потому что сейчас я напоминаю, что завтра в прямом эфире мы выберем победителя 1 миллиона рублей или Шевроле Камаро. И может стать ты. Все, что надо сделать, проверь подписки на всех, на кого подписан я, проверь лайки на последних фотографиях. И жди прямого эфира. И еще прямо сейчас ищи мяч у одного из блогеров, пиши в директ штраф и получи 50 тысяч рублей на карту. Удачи. Братва, начинаю экскурсию со спальни. Посмотрите, какая она охренительная вообще. Вот это люто стильные ковры, очень крутые, офигенная кровать. Маленький телек я поставлю здесь побольше, может быть, на стену повешу большой. Такие узоры, они кажутся вначале необычными, но потом ты думаешь, блин, это же круто. Вот. Вот такой охренительный вид. И, ребята, барабанная дробь. Это просто пушка вообще. Господи, я просто мечтал об этом, вы прикиньте. Ты, короче, такой устраиваешься вот сюда. Оп. И погнал. Лайк. Давай. 7 000 рублей, серьезно? Просто это серьезно, правда, реально. И, блин, я настолько удивлена, что я аж вся покраснела. Действительно, это блогер, один из честных блогеров. Вот, поэтому все срочно пользуемся его маской. Бля, я в туалет хочу очень. Братва, следующий этап, мы выбираем парковочное место. Вот лот номер один, стоит 35 тысяч рублей в месяц. Сколько стоит аренда квартиры в вашем городе? Напишите в это окошко. Так вот, его плюсы, оно большое. Его минусы, то, что оно находится немножко в удалении от самой башни. Сейчас я вам покажу, сколько нужно идти. Вот, собственно, выход из парковки. И здесь, друзья, у нас лот номер два. Вот это место. Оно, по-моему, по размеру такое же. Кстати, обратите внимание, тут достаточно ограниченный круг производителей автомобилей. Вот. В основном, о, кстати, густо. Это место, вот этот лот, это 50 тысяч рублей в месяц. Теперь, внимание, вопрос. Как вы считаете, нужно ли сэкономить 15 тысяч рублей в месяц, но при этом убивать себя этой прогулкой около 1 минуты в день тратить на перемещение между местами? Как вы считаете? Напишите в комментариях.